Сегодня у нашего мелкого 4. Завтра будет 5 месяцев. Послезавтра. Послезавтра. 6-го. Послезавтра. Мы просто заранее фоточку хотим сделать. Да. Так вот уже большое. Большое уже Аполлоха. Сейчас мы его одеваем, чтобы сделать красивые фотографии. Аполлон, когда вырастет, будет смотреть, какой он был маленький. Аполлон! Прикидончик сегодня. Да, ну, мелкого. Красивый. Давайте расчесывать. Давай я подниму. Вот чувак. Сейчас будем расчесываться. Еще или сама вообще что ли? А подождите, самое главное, надо эту штуку положить. Что ж он со всеми? Ну что? Или зарекусина положила? Да нет, он так не сможет, внимательно. Да, я нафотографировал. Не валяшку. Скажите хоть гуся, что вы все убираете? Я ж на видео снять. Сюда его поставить? Угу. О, сегодня 5 месяцев. Ничего я сегодня говорю. Через 2 дня у меня мозги это. А, ну конечно, мы мозги ему за это. Ага. Так, что мы делаем? Меняем на этот? А это съемка уже идет, да? Да. А, ну да. Аккуратно, чтобы не перевернулся. Жопа маленькая. Ха-ха. С гусем мы тебя уже сфотографировали, давай с этим смотрим. Что, с этим пофоткаем? Давай. Так, да? Ну, как считаешь нужным? Так, только ты не переворачивайся пока. Все, я беру фотоаппарат. Озеро. Дай будь хорош. Аполлон. Ну, можешь его подвлекать? Да что ж ты?
вас максимум только рука с погремушкой в кадре. Господи! Ладно, что я тебя выберу отсюда. Будешь фотографировать? Нет, я же накоткала. А, всё. Вот начать. Здесь, вот здесь. Аполлон, Аполлон, Аполлон. Свет. Свет.